обязательно подписывайся на мой канал и ставь также колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосики. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство. Ребят, с вами, как всегда, Юра. И мы продолжаем играть в растения против зомби. Проходить дальше эту замечательную игрушку. Что ж, ребят, давайте набираем приключения. И так, тут пишется возвращение. Так, ну что ж, дорогие друзья, здесь... Ага, давайте рестарт, конечно, возьмем. Давайте начать заново. Так, вот это, ребят, мой дом. И тут уже посмотрите, какие есть зомбики. Здесь уже есть спортсмены, в общем-то, с палками и... И есть другие зомби с колпаками. Так что давайте будем потихоньку сажать. Так, ну что ж, выстраиваем сначала, ребят, позицию из подсолнухов, а потом уже другие позиции будем рассматривать с вами. Так, ну что ж, довольно-таки неплохо, ребят. Вот, посмотрите, зомбик идет. Прикольно, да? Давайте его вот так вот уничтожим. Так, пускай, давайте ему орешек, пускай вот так вот кушает орешек. Так, ребят, ну что ж, в принципе, нам, я думаю, одной этой хватит. Давайте поставим вот тут бомбочку, вот эту пускай будет. Я думаю, нам одного пролета растений хватит вот так вот. Теперь давайте, собственно, будем расставлять другие. Или давайте вот так вот по краям еще два, в принципе, можно. Так, нам нужен срочно, ребят, горохострел. Нам нужен срочно горохострел. Нам нужно солнышко. Вот сюда мы поставим горохострела. Пускай потихонечку уже начинает уничтожать этого зомбика, который идет на наш, ребячки, огород. Так, вот так вот мы ему сюда поставим еще орешек. Пускай он жует пока. Так, а сами будем потихонечку сажать второй ряд, ребячки, подсолнуха, для того, чтобы потихоньку как-то оборонять нашу структуру дома, ребят. И потихоньку выходить на новый уровень развития. Так, садим сюда горохострел, пускай пока убивает здесь. Отлично, ребят, у нас 75 солнышек. Сейчас, а, вот мы можем посадить вот так вот. Давайте второй ряд уже, собственно, досадим, да. Давайте сделаем вот так вот, притормозим. Пускай, давайте сюда поставим бомбочку, посадим, да. Так, ну что ж, ребят, садим, давайте уже до конца досадим подсолнухи наши. И будем заниматься другими. О, вот, ребятчики, идет такой вот нехороший зомбак. Пускай он подорвется на вот той вот штучке, на вот той бомбочке, которую, ребят, с вами там, собственно, и положили. Так, ребят, давайте сейчас купим за 175 очков. Мы купим с вами ледяной горохострел, который стреляет льдинами. И что он будет делать вообще? Давайте посмотрим. Он будет не только, ребятки, он и замораживает. То есть не только стреляет, но он еще и прикольно замораживает. Так, сюда обычный горохострел поставим. И орешек пускай пока погрызет его, чтобы, потому что к нам сейчас, ребячки, зомби взорвутся в гости. Сейчас будет, ребячки, первая волна зомби, и мы ее с вами, хотите не хотите, но должны по-любому как-то одолеть. Так, ставим по два, я думаю, будет нормально. Тем более вишенка у нас уже есть, ребят. Самое главное заработать солнышек, чтобы выбрать потом эту вишенку, чтобы подорвать ее на этих нехороших зомбиках. Так, ну что ж, первая волна сейчас будет, ребят. А вот уже, ребятки, смотрите, спортсмены подбираются ко мне. Спортсмены мне, ребятки, не нравятся, потому что они довольно-таки проворные. Они перепрыгивают, ребятки. Первое препятствие, и на втором препятствии, видите, они пытаются съесть все мое преимущество, ребятки, все мое добро. Так, ребятки, приближается огромная, большая волна зомби, которой, ребят, я вас, собственно, и предупреждал, что нужно теперь более внимательным и более бдительным быть, потому что, ребятки, они никого не будут щадить, эти зомби. Так, давайте, ребятки, наверное, возьмем лишний, поставим, да? Ого, ребятки, видели, сколько зомбиков? 5 зомби сразу уничтожились. Довольно-таки неплохо, да? Так, берем себе, ребята, и ставим орешки по краям, потому что к нам рано или поздно, ребят, доберутся. А я, конечно же, не хочу, чтобы к нам добрались эти злые нехорошие зомби. Так что, ребят, давайте потихонечку здесь будем просто-напросто искоренять отсюда, да? Так, ребятки, перепрыгнул этот зомби все-таки. Всех мы его сейчас уничтожим, мои эти. Его сейчас мои горохострелы уничтожат. Так, ну видите, как я и говорил. Его мои горохострелы уничтожили. Так,
Так, ну что ж, в принципе, по всем периметрам, ребятки, мы расставляем наши горохострелы и ждем второй волны от этих злых и нехороших зомби. Я, правда, не знаю, что там будет, но мы посмотрим. Довольно-таки неплохо. Бабах, ребяточки, отлично, вишенка. Нормально так вынесла, да? Неплохо. Так, теперь сюда. Давай, ребятки, ну, вот это, ребятки, самый длинный уровень. Мы еще с вами, наверное, так много никогда не играли. Реально, такой очень длинный такой уровень, да? В общем, так что я не знаю даже, что здесь делать, ребята. Реально, денег у меня очень много. У меня очень много, ребятки, солнышек. У меня куча всего, ребят, но я не знаю, что с этим всем делать. Потому что, ребятки, зомбиков, посмотрите, сколько идет. Сейчас вторая волна зомби будет, ребят. Они просто-напросто все съедят меня, ребята. Надо оборону выстраивать новую. Потому что меня просто-напросто сожрут. Сейчас вторая волна зомби, ребят, будет. Так, все, собираем солнышки для того, чтобы взять бомбу-вишенку, ребят. И, собственно, остальные эти. Ну что ж, будем дожидаться, ребят. Давайте будем дожидаться вторую волну зомби, большую. Последняя волна зомби, ребят. Ну что ж, быстренько берем вишенку. И, наверное, вот сразу вот ее мы сюда и положим. Бабах! Отлично, ребят. Половина зомби, как я и предполагал, уничтожилась. И теперь нам осталось, ребят, уничтожить вторую половину зомби. Давай-давай, один зомби остался. Давайте быстрее его уничтожим, и все. И мы прошли этот уровень, и отличненько. Совсем еще немножко. Давай. Отличненько, дорогие друзья. И мы с вами прошли, наконец-то, этот уровень. А что же у нас это такое, ребят? А это у нас... Вот. Что это? Бум-бум. Какой-то, ребятки, короче, такое вот штучка, в общем. Это у нас зубастик. Зубастик съедает зомби целиком, но уязвим, пока пережевывает его. То есть, ребятки, ему еще нужно его переживать. Так, ну что ж, дорогие друзья, довольно неплохо мы сегодня с вами поиграли. А этот эпизод подходит, ребятки, к концу. Подписывайтесь на канал, ребятки, ставьте пальчики вверх, комментируйте мои видосики, мне будет очень приятно. С вами был, как всегда, Юра, ребята, вы были на канале Вечное Детство. Пока-пока.